Обратите внимание на его инструмент. Посмотрите, какое чудо. А? Вадим Дуцов играет черный блюз. Представляете, такое бывает. Черный корневой блюз, вот так это правильно называется. Он единственный в своем роде, вот я вам точно говорю. То, что вы знаете о наших блюзманах, ну, это совсем не то, что Вадим Дуцов. Сейчас сами все увидите и услышите. Мы пока вот включаем петербургский мастер Андрей Рычков. Он как бы основная его работа, он в металломастерской что-то делает. Ну, там, я не знаю, какие-то фонари, ограды, ну, что-то все связанное с железом. И в свободное время у него появилось не так давно, хотя мы с ним знакомы без году недели, но у него, по его словам, появилось такое хобби, он стал делать гитары. Вот с металлическими, это называется резонатор, то есть он стал делать резонаторные блюзовые гитары. Вот это вот как бы комбинированное, что здесь корпус все-таки деревянный, в него просто этот резонатор вставлен. А еще он делает просто цельно металлический корпус такой, она весит очень много, но, в общем, очень крутые гитары. И Андрей Рычков, вот просто мы с ним подружились, и в знак нашей дружбы он дал мне поиграть на такой гитаре. Да. Она очень прикольно звучит, сейчас вы поймете. Thank you.
никогда еще не был так близко. Спрятать и сны, а не в пол.
Спасибо.